Здорово всем, дорогие друзья! Сегодня охуенный день, и сегодня будет обзор на вот такие замечательные отечественные витамины. Самые дешевые, то есть не самые дешевые, самые дешевые из таких более-менее нормальных. То есть здесь не один там витамин, не два и даже не три, а здесь дохуя витаминов. То есть вот так они выглядят. Вот это витамины, то есть обычные там, в них там содержится вот... Да хуя там витамина, а вот это, кальций. Вы, наверное, спросите, а нахуя я взял кальций, если его там пьют обычно те, кто там в подростковом возрасте, там, чтобы вырасти, а мне это уже нихуя не поможет. Я его взял с той простой целью, что... раньше я никогда не пил кальций, да, я пил всегда вот всю свою сознательную жизнь витамины, кто меня смотрит давно, знает, и дорогие там, и дешевые, и... В них, вот даже в самых дорогих, никогда не ложат много кальция. То есть кальций там ложат чисто на отъебись и все. То есть никакого эффекта из этого нету. Это ложат не с той целью, что им жалко, а с той целью, что чтобы там не случилось, передозировки. Обычные же люди там обычно едят разнообразную пищу, там молоко, там всякие вот эти деликатесы, где дохуя кальция. А учитывая, что я бомж, там нигде не работаю, я никогда, собственно говоря, не получал нормально кальция. В итоге у меня всего лишь в 35 лет начали выпадать зубы. То есть, а те, что остались, они уже почти сгнили нахуй. То есть, у меня уже выпало два зуба. Хотя мне всего лишь 35 лет. Вот такой, пиздец случился. В итоге я принял волевое решение взять помимо витамина еще вот такой кальций. Это отечественный кальций. Сделан в Украине. То есть... Есть там дорогие аналоги, кальций D3, Никомед, кальцимина 20, они стоят, как минимум, там, в несколько раз дороже вот этого кальция. Но я решил взять там самый дешевый, там, здесь он, помимо кальция, еще есть витамин D3, чтобы кальций лучше усваивался. Я считаю, это вообще охуительная цена, вот за него 60 таблеток, и стоит, что это... по 100 гривен за покупку, то есть в рублях это умножайте на 2, то есть по 200 рублей за упаковку. Я считаю, это пиздец, какая охуенная цена. Да, здесь вот хуже состав, чем там, например, если сравнивать с Натрол, который я пил там, если тем более сравнивать с теми, которые я раньше пил, там спортивный, охуительный, то вообще здесь, конечно, намного меньше, но тем не менее здесь нормальный, адекватный состав. То есть сейчас я уже не покупаю дорогие за то, что недавно в Украине взлетел курс доллара, стал вообще там ебанутый курс. То есть все вот эти заграничные и импортные витамины покупать стало нерентабельно, то есть дохуя стоит. А витамины — это, впрочем, такое, как вот многие говорят, что эффекта ты от нее не почувствуешь. Но хотя я с этим не согласен. То есть сейчас вот пока я ждал несколько дней, пока мне по почте их пришлют, я чувствовал себя пиздец как хуёвый за то, что я уже 4 дня не пил витамины. То есть вот эти у меня закончились, а новые там пришли с задержкой. В итоге пиздец, там у меня даже жить не хотелось. Вялость, сонливость, апатия ебаная. То есть вообще нихуя не хотелось. Хотя мне... В обычное время и с витаминами особо жить не хотелось, но тем не менее эффект чувствуется. Там, если вы, конечно, не какой-то там мажор, который каждый день там жрет миди, тогда вам эти витамины нахуй не нужны. В общем, дорогие друзья, вот такие охуенные витамины. Я очень доволен, что их купил, потому что это мне обошлось всего лишь 200 гривен, хотя... Вот даже если сравнивать с какими-то дорогими, мне здесь нравится, что они содержат меньше вот этих добавок различных. Я никогда не понимал, нахуя вот в таблетки там витамины ложить всякие вот эти добавки, то есть, ароматизаторы, вот эти, чтобы вкус сладкий был. Нахуя это нужно, витаминов? То есть здесь вот обычный кальций на вкус, как мел, я считаю, так и должно быть. А вот здесь, к сожалению, есть ароматизатор. Я их раньше пил, поэтому помню. Вкус здесь довольно не очень приятный. Но, тем не менее, за такие деньги еще бы я стал выебываться. В общем, дорогие друзья, был такой обзор на такие витамины. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео.